Грузовичок Лёва. Лёва, грузовичок, любознательный, веселый, разноцветные детальки в кузове везет. Лёва, грузовичок, к нам с тобой приехал снова, с нами новую машинку Лёва соберет. Смотри, по дороге едет грузовичок Лёва. Он поднимается на мост. А кто плывет по речке? Это кораблик. Привет, кораблик! На качелях лежит строительная каска. Лёва, она сегодня тебе понадобится. А? Ты готов строить дом? А вот и строительная площадка. Поднимай кузов, Лёва. Давай посмотрим, что ты привез. Ага. Поставим строительные конусы и знак «Въезд запрещен», чтобы никто не заезжал на стройку. Теперь установим стены второго этажа. И соберем крышу. Окна домика будут треугольные и квадратные. Это двери. И лифт. Это лампы. А вертолет несет горку, по которой можно подняться на крышу. Лёва, чего-то не хватает? Нужно найти дверь. Ага. Поехали искать. Здесь две двери. А грузик привез третью. Какую нам выбрать? Давайте подумаем вместе. Ага. Это подойдет? Нет, она слишком низкая. А эта дверь? Лёва, тоже нет, она узкая. Вот, это дверь для твоего гаража. Поставим дверь на место. Она открывается.
А что везут грузик и капу? Это буквы! Теперь на домике есть надпись «Лёва». И ты заходи в гости!